На российский рынок выходит автомобильный бренд Soyuz. Его название происходит из сочетания двух слов «Soul» – душа и «Ease» – легкость, поскольку концепция марки вдохновлена философией «Ease your life» – «Живи легко». Последнее заключается в достижении гармоничного синтеза автомобиля, жизненной энергии его владельца и атмосферы большого города. Целевая аудитория марки Soyuz – жители крупных городов в возрасте от 25 до 40 лет и старше. Это активные, энергичные люди, ведущие насыщенный образ жизни как в черте мегаполиса, так и за его пределами. Ну а общая миссия – предоставить покупателям новый уровень городской мобильности и комфорта. И, кстати, о городской мобильности. На выставке «Агросалон» нам удалось пообщаться с представителем студии промышленного дизайна 2050 Lab. Ее основным клиентом является Transmash Holding – огромная корпорация, которая строит локомотивы, вагоны и электропоезда. И оказалось, что наши соотечественники ценят дизайн даже столь утилитарного вида транспорта. По последним опросам, после того, как запустились новые поезда метро в новом дизайне, некоторые люди пропускают старые поезда метро и ждут, пока приедет именно новый поезд, потому что они хотят именно в красивом, комфортном новом поезде проехать до дома и готовы подождать, пропустить несколько поездов только для того, чтобы воспользоваться именно новым. Меняется дизайн, но и технологии. Об этом на выставке «Агросалон», посвященной сельскохозяйственной технике, телеканалу «Автоплюс» рассказала главный редактор журнала «Агрорепорт». В этом году основной упор на автоматизацию и цифровизацию направлен. Лет 10-15 назад были механизаторы, да, сейчас из-за того, что техника современная, они уже стали больше, как это сказать, операторами, можно сказать, да, там, операторами новой современной техники. Сельское хозяйство не стоит на месте, вводится больше новых технологий, и поэтому наши посетители стали тоже, ну, они не отстают от прогресса, тоже стали достаточно современными.